Всем привет! Сегодня соберу полезное устройство на каждый день. Для начала нужна труба полметра диаметром 110 и пустая бутылка, в моем случае из-под томатного сока. Вымеряем высоту бутылки и тот же размер наношу на трубу, если быть точным, то 22 сантиметра. В целях лучшего реза использую ножовку по металлу. С трубой справился. Теперь беру пеноплекс толщиной 5 сантиметров. И с помощью трубы наношу разметку. Теперь все это дело надо вырезать. Ничего лучше не нашел, чем ленточная пила по дереву. На самодельном шлифовальном дорабатываю кружки до нужного размера. Теперь этими кружками набиваю трубу под завязку, а все лишнее обрезаю. Теперь можно все разобрать и разметить центры на кружках. С помощью коронки по дереву высверливаю ровненькие отверстия. Ну а теперь, когда насверлил дырок, запихиваю все обратно.
и перед последним кружком запихиваю бутылку. Вытащив бутылку и замерив размеры по разметке, в очередном кружке делаю отверстие, чуть меньше обычного. Бутылку заматываю в фольгу пищевую и устанавливаю на свое место. Сверху поджимаю кружком меньшего диаметра, а щель запениваю строительной пеной. Основную часть в сторону. Теперь беру заглушку и муфту и делаю из них теплый колпак. У соединительной муфты убираю одну уплотнительную резинку для легкого хода двух деталей в дальнейшем. Так, ну что же, получился вот такой вот незамысловатый термос. Теперь пришло время провести испытание и сравнить его с настоящим качественным термосом. Купил в ближайшем магазине термос «Пингвин». В интернете пишут, что хорошие термосы. Сейчас я его и проверю. Для этого беру и каждый термос наполняю горячей водой. Сразу сделаю первые замеры. Что я вижу? Что мой термос сразу же после попадания горячей воды забрал на себя пару-тройку градусов. Что не могу сказать про второй термос. В нем вода осталась такой же горячей, как после кипения. Хорошо, продолжаем экспериментировать. Закрываю и оставляю на какое-то время. Замер номер 2. В самодельном температура уже 86. Во втором 96. Да, пока что мой уступает. Ну что ж, последние замеры, которые дадут точный результат. В самодельном 79. Во втором 93. Да, наверное, я соглашусь, что очень удачный термос у меня пока не получился. Но он работает, и я смело могу сказать, что на протяжении часов 5-6 можно попить еще вкусный теплый чай. Ну а в моем термосе, который я купил, я думаю, что и на вторые сутки вода будет теплой. На этом все. Всем пока. До скорой самоделки.